Ще тисячу років тому люди дізналися про унікальні властивості, мабуть, найпоширенішої земної породи – глини. Їй можна надати будь-яку форму, та й зберігатися вона може довгий час. Так і зародилося керамічне виробництво та гончарство. Долучитися до цього давнього ремесла сьогодні спробуємо і ми. Олексій Інокентійович займається глиняним мистецтвом вже 40 років. Та не втомлюється і надалі навчати ці нелегкі справи дітей. Спочатку взяли мене як преподавателя рисунку, живописи, композиції. Ну так потім, як я скульптор по образованию, ще к тому же, мене поставили от на скульптуру. 40 років я з дітьми займаюся лепкою. Я сам освоїв, я не бачив, гончара живого так і не бачив. От це відкритки бачив, фотографії і все. І отак постепенно освоїв сам гончар. Для роботи використовують спеціальну глину, тому що не вся може підійти. І це ми працюємо тільки з глини. Я пробував з ними працювати пластиліном, це більш складне діло було. І ми знайшли глину тут в Ніколаєві, на лагерному полі, якщо хто знає. І там йде небольшой слой, називаємо глей. Глина зеленого цвета, она у нас такого, но она, в принципе, бывает разных цветов, и охристая там, и желтая, и белая. И здесь очень много в Николаевской области, по берегу идет слой какой-то глины, вот этой зеленой глей. Вот и мы оттуда ведрами таскаем сюда вот глину. Но в последнее время там сильно обвалилось, все выбирали, и уже мой ученик бывший, у него машина была, мы поехали на Воложскую косу и накопали глины вот этой работы. Но эта глина как бы вот для скульптуры она пригодная. Есть тощие глины, где в них много песка. Есть жирные глины, они как бы, есть нормальные глины, с которых можно сразу делать какие-то вещи, формировать. А есть, которые вот приходится их готовить, совмещать тощие и жирные глины. И получается уже вот гончары, вот у меня знакомый гончары, он готовит глины. Я у него просто беру, он уже как бы на этом набил руку, он завозит себе глину, и дома у него есть возможность, там он в селе живет, и он там готовит эту глину. Глину, если она сильно грязная, ее готовят, ну, разными способами. Есть процеживают через там определенное мелкое сито, а есть, например, делают большие бочки, например, и в них делается, и туда глина засыпается и заливается водой. И вот она, когда вся растает, вот, ее хорошо перемешивают, и крупные детали, это частицы этой глины, там камушки какие-то, там органические, они оседают на низ. И потом через дырочки постепенно начинают сливать какие-то слои, воду, потом уже вот эта чистая глина. И до конца, где уже остаются камни, которые потом выбрасываются. И получается вот отмученная глина, чистейшая. Вот с нее уже там с каким-то определенными добавками добавляют или кварцевый песок, или что, в зависимости для чего готовят глину. Есть еще шамотные глины. И с них уже вот гончары дают ей отстояться. Есть специальные, делались гипсовые большие корыты, куда выливали эту массу, она называемая еще шликер. А зачем глину в печи выпаливали? Ну, во-первых, глину, вот, например, не обожженную глину, от нее ты воду, вот даже выкрутить ее, высушить, воду не нальешь. Нальется вода, она вся размокнет и распадется. И, значит, определенной температуре где-то керамика, например, терракоту делают, а в общем где-то до 900 градусов идет. Ну, может, чуть больше. А уже фарфор, он идет 1300 градусов, потому что там совсем другой состав глины, там идет не глей, а идет глина специальная, каолин. А каолин называется, это ее впервые нашли в Китае, в провинции Каолинь. И вот каолин пошел туда, так же, как майолика, майорка. Майорика начали делать в Италию, ну, вот так я читал где-то. И майолика – это уже глина, покрытая глазурью. Вот, терракота – это чистая, непокрытая глина, это самое, глазурь. А глазурь тоже готовится на основе определенных составов. А еще для работы скульптору потрібно мати гончарный круг. К нам вот гончарный круг пришел где-то, трудно сказать, в каком веке, от греков. Когда греки начали заселять эти местности, они привезли с собой гончарный круг. Хотя там в Древней Руси они пользовались глиной, они делали жгутованием путем эти сосуды, вот Триполье там и другие. А потом уже отсюда с юга гончарный круг пошел вверх уже. И помимо того, что и работали вручную, уже освоили гончарный круг вот такой ножной. Но были и ручные, они и сейчас есть, ручные гончарные круги. Вот. И отсюда гончарство пошло уже на север. Одним із найпопулярніших виробів із глини є посуд. Ну, во-первых, она екологічно чиста. Там, считается, даже вот на Андреевском, я помню, в
привозили из Львова керамику, гончарка, именно гончарка чистая, черновощеная, это задымлено, и они сертификат имели, потому что если покупаете иностранцы, говорят, сертификат, что он приспособлен для использования в пище, там, туда. И, во-первых, глина очень хорошо сохраняется. Раньше даже в глиняных горшках хорошо сохранялось, например, молоко долго держалось. Ну, например, азиаты делали глину с немножким добавлением, например, толченого там или угля, или что, что были поры. Когда заливаешь глину, это, ну, выкручиваешь, туда добавляется, и после обжига получаются поры. Когда наливаешь туда воды, вода испаряется сквозь эти поры, и вода всегда в этом кувшине холодная. Посмотрите, греки, они делали большие сосуды, сейчас называются они пифосы, они человеческий рост. И там они содержали и зерно, и там, вино. Ну, вот сейчас в Индии, то есть в Индии, в Грузии до сих пор такие сосуды есть. Вот. Но они по-другому называются, по-грузински, я не помню сейчас название, где тоже, в принципе, туда, ну так я читал, до 3 тонн вина входит. Вот. Ну вот, большие сосуды, как обжигалось, конечно, это загадка. Скажите, вот, а как тогда хранить глину? Как она хранится и как, ну, бережный, например, какой уход должен быть за скульптурами? Ну, например, глина хранится, например, гончары, они, например, копанки были там, то ли береговые, то ли где-то за городом копанка. Ну, гончары вообще считали чаклунами, они жили за городом, что они... и нечистая сила связана, что они с глиной. И они этих доставали глину, привозили домой и в гурты выкладывали во дворе. Она должна была перемерзнуть за зиму, распасться, а потом они уже ее переминали, ну, вся семья работала. Переминали, и он в хате, у него был там специальный в земле вырыто это самое, где эта глина хранилась. И в ящиках, которые возле гончарного круга стояла, ну, надо ее все время, вот у меня она глина, вот я покажу вам ванну, она накрыта просто водой залита, вот, чтобы она не высохла за каникулы, вот эти, лето. А потом достаем мне лопаты, я детям здесь раздаю, они лепят этой глины. Конечно, наверное, больше возможности ее использовать. Ну, во-первых, она строительный материал. Если древние делали, например, трепили, они строили, плели дом, сначала из лозы, а потом обмазывали глиной. Ну вот наши все хатыны от юга Украины, они сделаны тоже из глины. Делались кирпичи, вся семья или там весь село топтали глину вместе с соломой. И, вот, и в специальной форме делались эти кирпичи. Вот. И из них строились дома. А вообще популярно гончарство сейчас в наше время? Наверное, да, потому что у нас в Николаеве даже вот... Я 77-го года, вот это мне подарили гончарный круг, вот этот, стоячий. Они вообще гончары больше сидя работают, есть и стоя, есть электрические гончарные круги, сейчас, конечно, есть, это все продвинутые, японские, там, электрические, там, все, но они очень дорогие. И сейчас, как бы, неприбыльное дело, если что-то делать на продажу, сейчас же, вон, фарфора завозили, здесь китайского всего много. Вот, и она ушла в другой, так сказать, работа там. Вот. Еще Витя у меня, Тарасенко, замечательно работали. Но они ушли, потому что надо деньги зарабатывать. А это как, у меня это как хобби, потому что основная работа у меня – это преподавание. Вот. И они вот, некоторые здесь еще остались и пробуют делать, на этом зарабатывать. Но это, конечно, очень сложная работа. Во-первых, приготовить глину, во-первых, обжиг идет где-то часа 3-4, если не больше. Это электроэнергия, это, ну, очень много сейчас, но которые не все выживают в этом. У Олексія Інокентійовича є спеціально заготована глина. Вона знаходиться у ванні та залита водою для того, щоб не пересихала. А тепер приступаємо до найцікавішого – до роботи. Спочатку подивимось, як працює майстер. Веселый снег.
речка зірветься, літа сонячного спів. Мої предки в дверях топляться, аж до сотених колін. Як з добром заходьте в гості, з потой вічних своїх снів. Коровай наріжу скіпцями, гарні видали жнива. Порадіють духи крильцями, що земля оця жива. А тепер настала і моя черга попрацювати за гончарним кругом. Поряд завжди має стояти вода, а руки бути постійно змочені, інакше не вдасться працювати з глиною. Беремо шматок глини та кидаємо її на круг, змочуємо руки і починаємо відцентровувати. Гончарство – це, ну, дуже нелегка справа та приносить масу позитивних емоцій та задоволення, перевірено на собі.